Всем привет! Сегодня играем в Beer Factory. Будем варить пивас. Думаю, тут много ничего рассказывать не надо. Игра вроде только недавно вышла. Самому интересно, что за игра. Особо не смотрел никакие обзоры. Вот. Поэтому начну вместе с вами. Погнали. Трудность нормальная. Ну, погнали. Почему бы нет? Интересно. Это типа мой завод, да, получается? Такой. Ну, с такого завода я бы не пил пиво, конечно. Где-то в Америке, я так понимаю. Ну ничего. Сейчас мы этот завод сделаем идеальным. Так, кто-то звонит мне. Алло. Нам хватило бюджета на покупку этой старой пивоварни. Однако, прежде чем работа пойдет полным ходом, нам нужно будет снова подключить электричество, навести порядок и кое-что отремонтировать. Предыдущий владелец оставил машину в ликвидированной части пивоварни. Возможно, ее можно восстановить. Пока вы наводите порядок в пивоварне, я поищу какие-нибудь дотации. Ах да, прежде чем я уйду, я слышал, что кто-то незаконно скрывается на фабрике. Но, возможно, это просто слухи. Кто-то живет на моей фабрике. Алло, эй, уходи. Закрываем. Так. Так, цель. Откройте шлагбаум пивовар. Вот это цель. Деньги у меня $1300, репутация у меня на нуле, я так понимаю. Фонарь, кофе, единичка, не знаю, что это. Три уборки, 9 мешков. Ладно, разберемся. Погнали, открываем шлагбаум. Ключ вставили. Погнали. Так, откройте дверь в офис. Это я могу. Так, бежать я не умею. Понятно. Открываем дверь. Сделайте себе кофе. Позволяет быстрее бегать. Ага, вот что мне нужно. Мне нужно кофе. $1 кофе. Это же моя... Это моя кофемолка, моя кофеварка. Почему я должен платить за нее деньги? Вообще грабеж. Сгните шкаф с предохранителем. Шкаф с предохранителем. О, побежал. Кто тут спит? Ну-ка покажись, кто спит? Ну тут никого нету, я больше никого не вижу здесь. Может убежал? Ладно, смотрим, что тут в шкафу. Найдите и возьмите предохранитель. Ё-моё, предохранитель еще какой-то надо взять. Взять. Так. Куда его ставить? Эй, это я, настоящий владелец этого места. Так, я не понял, ты чё? Куда это побежал, стой. А как, чё мне с тобой делать-то надо? Что мне надо делать? Куда делся? Он там оказался? Он умеет телепортироваться? Что делать-то? Какую кнопку нажать? Мне надо как-то его ударить? Что мне нужно сделать? Tab. Нет. Ctrl. Нет. Alt. Полку стеллажа. Какой-то звук, как будто я что-то должен сделать. Забираю свои вещи. Это он мне говорит. Зачем мне эти вещи? Преследуйте бомжа, бросаю в него предметы. А, предметы надо бросать. Взять. Блин. Бежим. Зажимаем. На! Мусором тебе! Ничего себе ты кунг-фу. На! Окей. I've got it. I'm leaving. Давай. Уходи. Вообще. Вы получили новую деталь для улучшения. Пропан. Нифига себе деталь получил. Так, мне этот мусор-то вообще здесь не нужен. Оставлю его пока. Так, может тут... А я туда не могу идти. Ладно, пускай здесь валяется тогда. Пока я не знаю, где у меня мусорка тут. Тут что-то у меня есть интересное. Туалет. Понятно. Так, откройте ворота пивоварни. Ну, погнали.
Ага, ключ сюда вставляется. Блин, раскидал здесь всякого. Ладно, бросим пока сюда. Пускай здесь лежит. Все-таки пивоварня, тут должна быть санитарно, все чисто и все такое. Так, что он тут еще? Возьмите мусор и выбросьте его. А, так вот где у меня контейнер-то, ё-моё. Раз, два, три. Трехочковый. Идем дальше. Так. Чисто я выбрасываю мусор и получаю репутацию. Вот это я понимаю. О, ну а тут уже репутация, это мой бросок. Идем дальше. Не показалось, что я кого-то слышал? Раз. Супер. Сейчас еще вот это доброшу. И мне написали, что надо купить новую швабру. Блин, не добросил. О, неплохая кепка. Взять ее не могу, конечно. Ну ладно. Ладно. Так, вроде тут почище стало. А, это тоже можно взять, да? А что с этим делать? Это тоже выбросить? Это мусор? Блин, это был не мусор, походу. Ну все, я теперь не могу там достать. Ладно. Блин, походу был не мусор. Или мусор. Положить, отменить вращение, бросок. Отменить вращение. Что значит отменить вращение? Ну, значит, ладно. Брошу здесь, пускай пока здесь лежит. Все-таки тут пиво должно вариться, я считаю. Сюда вот брошу. Пускай здесь валяется. Так, купите швабру в магазине инструментов. Магазин инструментов. Идем. Ё-моё, блин, ну ты, конечно, мог за собой убирать. Разжил меня бесплатно. В следующий раз найду, деньги возьму. Ухо, вот это бросок. Ё-моё. Тут полная грязь. Супер бросок. Так. Ну это капец, конечно. Он здесь просто ел, жил и все в одном месте. Спал, наверное, еще. Сделать уборку. Опа, спойлер. Какой нафиг спойлер? Спойлер 0 причем написано еще. Ну ладно, пускай будет спойлер 0. Блин, тут еще грязно. Вот тут еще грязно. Сейчас вот все повыбрасываю пока. Вон туда вот. А там дальше потом раскидаю. Так, дверь закрыта. Вот туда вот. Супер. Так. Почище стало, да? Сигарет бы тоже выкинул, конечно. Так, идем дальше. Тут почище. Сейчас, прежде чем швабру купить, я подумал, сначала надо разобраться. Опа, снеки. Уху, е. Вот еще два мусора у меня. Они мне тут, конечно, вообще не нужны. Мы сейчас тут наведем полный порядок. 9 из 15. Опа. Так. Сейчас у меня будет уже 15-15. И? Что мне дали? Ничего не дали. Понятно. Ладно, здесь уборку сделаем сейчас. А? Красота. Ну, красота же стала. Вот это, конечно, чуть-чуть мешается, но это потом. Так, купим швабру. Компуктер. Цена инструмента 20. Купить. Почему было написано 20, а снялось, по-моему, больше? Или мне показалось? Какая швабра. О, вот это презентация моей швабры, конечно. Ой. Вот эту табличку потом надо будет поставить, что аккуратно, вот, мокрый пол. Так, вымойте пол шваброй. Ого, моем, моем, давай, давай. Вот так. О! Чисто. Вот это я понимаю, чистенько. Так, тут чисто? Тут вроде везде чисто. А, где-то я видел, по-моему, здесь грязно еще было, да? Во-во-во. Раз. Раз.
Раз. Раз. Опа, тут чисто. Вот тут еще грязно, да? Это отмывается? Это не отмывается, ладно. Так. Чисто, супер. Это уже что-то какое-то... Не знаю, что это. Масло разлито, наверное. Ладно, так. Швабру можно убрать с собой. Типа я всегда... Я всегда беру ее с собой, получается. Это вообще от погрузчика какая-то фигня. Нафиг она мне нужна, пускай валяется здесь денег. Так, купите верстак. Верстак. Купите. Инструменты разблокированы. Ну, хорошо, что за инструмент, сейчас посмотрим. Так, пойдем посмотрим, что там за инструменты. Опа, вот это верстак. Откройте меню строительства. Как? А, тап. Ё-моё. Слот поддона, кофемашина. Кофемашина. Компьютер. Стеллаж. Декоративный элемент. Не-не-не-не. Так, что мне нужно? Купить стеллаж. Супер. Покупаем стеллаж. Так, ну, куда бы его поставить? Ну, давай вот сюда поставим. Вот. Так, как подтвердить? О, F. Так, что мне нужно делать? Воспользуйтесь набором инструментов и закрутите все болты. Переместить объект. Нет, надо крутить болты. Как крутить? О, перевинтить. Давай. Раз. А как мне надо? Просто кликать? А, держать, все, понял. Супер. Одну только? Жесть, это так долго. Сейчас я приловчусь. Ага. Блин, ну я уже думал, сейчас будет первое пиво. А у меня тут еще только стеллаж. Да. Пиво с нуля получается. Ой. Отмена. Так, погнали. Закрутить. Супер. Так, найдите первую опору для стеллажа. А я-то ее выкинул. Так, и что делать-то? Ну ладно. Разместить, положить. А что она не размещается? Теперь налево. Бросок, отменить вращение, положить. О, положу, найдите вторую. А ко второй нету. Можно как-то купить? Так я же стеллаж целиком купил, почему? Что? Я точно знаю, что она где-то там валялась. Ну блин, вот и первая бага, конечно. Я сломал, получается, игру. У меня нет второй ножки, я выкинул случайно. Вот, черт побери. Могли бы запасную положить на всякий случай. Знали, что я выкину же. Ладно, давайте попробую еще один стеллаж купить. Вот тут где-нибудь поставим. Вот так. Вот так. Подтвердите. Ну я-то привинтить-то привинчу. Но проблема в том, что нету стеллажа. Я думаю, запчасти хотя бы принесут мне. Какие-нибудь. Чему я купил стеллаж, и что я сделал? Вот просто тупо поставил вот эти ножки в асфальт, и все? Что за бред? Ну, блин. Игра, ты чего?
Я уже вон как приловчился. Передние болты вообще на изи закручены. Так. Переместить объект. Ну давай. Вот сюда, например. Опять откручивать надо? Нет. Да блин, это бред какой-то. Может там можно купить что-то? Может здесь кубуктри? Строительная компания. Ничего, промышленное оборудование. Доставка. Тут нет стеллажа. Черт, сломал игру, блин. Все выкину к чертям. Вот, куда она делась? Все, она пропала. Найдите, у меня нету ее просто, нету. Ладно, сейчас перезапущу. Я попробую, тут есть кнопка загрузить последнее сохранение. Но это не помогло. Ладно. Вот это уровень, конечно, сложности, да. Я понимаю. Короче, запускаем новую игру, потому что в прошлый раз я просто выкинул часть от стеллажа, и я не знаю, где ее было найти. Поэтому... И вот, наконец-таки, мы опять строим наш стеллаж. Ух. Надеюсь, в этот раз я ничего не выкинул, и все хорошо. Так, закручиваем болты. Один, второй, третий и четвертый. И первая ножка у нас готова. Идем дальше. Второй, пятый, восьмой, двадцатый. И вторая ножка у нас готова. Так, осталось еще две. Так, эти гребаные болты, сейчас я их закручу. Вот так вот. Уже почти приловчился. Мне нравится. Нет, мне не нравится. Так, идем дальше. Так, опять нажал я на ту кнопку. Ну, уйди, уйди. Как отмена. Все, окей. Закручиваем. Так, этот болт. Этот болт. Этот болт. И этот болт. Супер. Ножки для стеллажа готовы. Ну что? Пробуем. Раз опора. Вот она, долгожданная опора, вторая, которую я выкинул. Так, ну поставься. Ну ты чё, ставься, сказал. Алло. Поставься, пожалуйста. Спасибо. Можете поздравить меня. У меня получилось построить почти стеллаж целиком. Вот сейчас осталось только последнюю. Ну, и как поставить-то? Ну, ставься. Алло, ну, пожалуйста. Можешь кинуть? О, точно, кинуть помогло. Супер. Так. Выкинем мусор, чтобы поднять репутацию. Вот этот весь мусор надо выкинуть отсюда. Вот сюда. Его. О, кто-то звонит мне. Хорошая новость, я нашел несколько субсидий для вашей пивоварни. Ожидайте перевод. Этой суммы должно хватить на снос перегородки на пивоварне и ремонт машины в подсобке. Если вам нужно больше денег, наверняка найдется несколько заинтересованных инвесторов. Подойдите к компьютеру, чтобы узнать больше и ознакомьтесь с условиями инвестирования. Ага, понятно. Ну ладно. Я вообще тут мусор выбрасывал, а он мне позвонил зачем-то. Ну, вообще... Так вот. Супер. Так, что мне нужно? Купить новое расширение для вашей пивоварни. Сейчас я еще докину этот мусор и пойду покупать, наверное, расширение. Так, компьютер. Угу. Так, расширение. Где они могут быть у нас? Строительная компания. Что? Произошло. Ну-ка еще раз. Так, строительная компания. Машинный зал 1.
вот это мне нужно купить. Да? Доступна зернодробилка. Разблокируйте зернодробилку. А, она в компьютере разблокируется. Так. Где она может быть? Может, промышленное оборудование? Да, вот она. Ёшки-матрёшки, какая она большая-то. Ну, спасибо. Спасибо, что сами поставили, чтобы болты не надо было закручивать. Так. Что дальше делать? Примите контракт, используя... Принимаем контракт, используя компьютер. Инвесторы. Это контракт? Нет, это не контракт. Это... Типа кредитов, что ли, я так понимаю, что я должен буду платить 7,5%, если по первому. По второму 17%. Нет, ну как будто... Можно взять первый. Или второй. Так. Примите контракт. А, это не тот контракт. Все-таки нужен какой-то другой контракт. И какой же нужно контракт тогда мне взять? Вот этот, что ли? Очистить 30 мешков сырого солода. Ага. Закажите один поднос с мешками сырого солода. Закажите то количество, которое необходимо для выполнения контракта. Ну, давайте попробуем заказать. Давайте попробуем заказать. Так, где можно тут заказать? О! Сырой солод. Ну, мне вроде нужно было сколько там? 30? Ну ладно, заказать. Так, управлять гидравлической тележкой. Опа, вот моя тележечка. Берем. Поехали. А, ты чё? Ты чё? Ты зачем упал? Ты зачем упал? Что мне с тобой сделать? Как мне теперь тебя открыть? Оп, поправился. Нормально. Так, откройте задние двери грузовика и загрузите его. А, разгрузить его. Угу. Ну, пойдемте попробуем открыть задние двери грузовика. Интересно. Угу. Интересно. Пойдемте. О, у меня есть идея. Короче, сейчас мы подъезжаем и подкидываем его наверх. Вот так вот его поднимем, и он просто заедет. Он просто, мне кажется, малясь застрял немножко, и у него не получается. Вот так вот, оп, надомкратили его. А теперь его просто закатим. Он скользкий. Ну ё-моё. Ну как быть-то? Давай, цепляйся! Цепляйся! Не хочет цепляться совершенно. Это плохо. Что делать-то? Что прикажете сделать? Он вообще никак не зацепляет. Я пытаюсь всеми способами его подцепить. Пожалуйста, заедь ко мне. Я тебя прошу, заедь. Просто заедь. Мы разгрузим с тобой, и ты уедешь спокойно. Ну что ты? Походу придется перезапускать. Короче, пришлось опять заново перезапускать игру, потому что... И заново начинать, точнее, все. Потому что ничего не сохранилось. И если запускать те сохранения, которые сохранились, то игра просто выдавала то же самое, и все. И я не смог построить этот стеллаж, сколько бы я ни пытался, и загрузить что-то пытался, сохранения какие-то найти. Ничего не получилось. Так что будем сейчас опять заново быстренько пройдем. Так, получили швабру. Мусор мы выбрасываем, потому что он нафиг нам тут не нужен. Так. Выбрасываем его опять. Никак не добрасываю я. Надо взять швабру. Берем швабру. Надо помыть пол. Вот тут пол помоем. Раз.
Швабру моют какими-то круглыми такими движениями. Я заметил. Оп, все, тут помыли. Тут есть где-то грязь? Нет, тут у нас нет. Чистый пол. Идем в гараж. Надо навести порядок и чистоту, я считаю. Собираем быстренько. Так. Это не очищается, я уже забыл. А, вот еще один. Одна грязь. Так. Супер. А чё? Как? Что тут еще? О! Собралась. Так. Выключаем швабру. Купите верстак. Идем покупать верстак. Вот сейчас самое интересное будет. Построится ли в этот раз? Я-то еще не попробовал, поэтому даже не знаю. Так, идем к верстаку. Но я в этот раз не убрасывал. Тут все вот как валяется, так и валяется. Взяли верстак. Открываем таб. Купить стеллаж. Ставим. Установить. Привинтить. Раз болт. Два болт. Три болт. Четыре. Одна ножка готова. Еще осталось три. Раз. Два. Три. Четыре. Нормальный такой взмах одного ключа и закручивает целый болт. Нормально, нормально. Стеллаж надежно закреплен. Да не надо. Немножко здесь забываю, какие кнопки. Но я думаю, что это не проблема, потом запомним. Так. Найдите первую опору стеллажа. Так, где она? Ага, вот это вот. Есть. Супер. Так, берем вторую. Супер. Найдите полку. Отлично. Эй, чуть не убило. Полка-то металлическая. Повысить репутацию пивоварни до второго уровня. Это я знаю, как сделать. Это надо мусор вот этот повыкидывать весь. Сюда, 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 сюда. О, кто-то звонит. Алло? Хорошая новость. Я нашел несколько субсидий для вашей пивоварни. Ожидайте перевод. Этой суммы должно хватить на снос перегородки на пивоварне и ремонт машины в подсобке. Если вам нужно больше денег, наверняка найдется несколько заинтересованных инвесторов. Подойдите к компьютеру, чтобы узнать больше и ознакомиться с условиями инвестирования. Инвестирование. Интересно. Так, ну, в принципе, вот это еще мусор сюда выбросим. Вот теперь чистенько. Вот теперь я понимаю. Красота. Так, а вот еще мусор. Опа, еще мусор. Трехочковый. Это не добросил. Так, вот это что у нас? Выбрасываем. Нет. Ладно, ладно, ладно. Так, что нам нужно? Нам нужно купить новое расширение для вашей пивоварни. Улучшение. Строительная компания. Вот это что ли, машинный зал? Это улучшение? Доступна зернодробилка. Что надо делать? О, разблокировать зернодробилку. Опа. Покупаем. Так. Большая какая-то штука. На комбайн какой-то похоже. Примите контракт, используя компьютер. Компьютер. Договор. Вот этот. Очистите 16 мешков сырого солода. Принимаем. Так, закажите один поддон с мешками сырого солода, закажите то количество. Один поддон? Как? Это сколько? Здесь сколько поддонов? Сколько мне надо по договору? 16. Ага, вот здесь можно добавить. 16. Заказать. Так, управлять гидравлической тележкой. Откройте задние двери грузовика. Грузовик намчится.
Здорово. Открывайся. Открыть дверь. Опа, мешочки. Так, что я должен сделать? Заехать сюда, получается, да? Черт, я застрял. Супер. Так. А, я должен поднять эту штуку, все. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, заезжаем. Поднять виллу Е. Супер, подняли. Опускаем. Так. Все. Фургончик уезжает наш. Включите питание вашей зернодобилки. Ого, какая она огромная. Так, поеду-ка я сюда. Поставлю здесь. Наверное, сюда надо, да? Ладно, включим. Так, питание. Мусор. Надо вот сюда выкинуть. Надо выкинуть мусор. Что, она включилась? Она уже меня молит в мешке? Что нужно сделать? Возьмите мешок с поддона. А, я должен сам грузить. Ну ладно. Все надо погрузить. Зачем тут желтые квадраты тогда, я не понимаю. Можно было бы, чтобы он сам тогда грузил как-то. Может, потом можно будет какого-то работника нанять, и он будет тут сам грузить. Так. Наверное, мне надо... Вот сюда. Протрите пыль под зернодробилкой. Это вот здесь, что ли? Ну, здесь грязно, я согласен. Ну? Где мой плюс реп? О, плюс 3 реп. Нет, это не та пыль. Может, вот это? Опять не та. А, тут мне показывается. Сейчас. Это пыль? Это не похоже на пыль. Либо здесь очень давно убирались. Так, опять эти мусоры, надо все выбросить. Нафиг все это нам надо. Вот туда. Очистить один мешок. Очищаем. А мне один надо или что? Купить вилочный погрузчик. Ну, сейчас дочищу тогда до конца все, наверное, мешки. Наверное, сколько я загрузил, столько и получилось, скорее всего. Вот так вот будет. Интересно, они укладываются на поддон, или их надо еще потом на поддон укладывать? 16 мешков всего должно быть, не так много. Давай, давай. Быстрее, как-нибудь можно было бы... Там, блин, я ждал пока она. Само все уложилось, вот это да. Купите вилочный погрузчик. Ну, пойдемте купим вилочный погрузчик. Так... Вот это, да, вилочный погрузчик. Купить. Минус 500. Какой красивый. Вот он какой. Ну, пойдемте прокатимся на нем. Найдите первые виллы. В смысле найдите первые виллы? Я же купил только что вилочный погрузчик. Зачем мне ему виллы? Сюда еще вторые виллы. Я типа бэушный, что ли, купил? За 500 долларов? Ну да, он не ставится даже, видно. О, все поставилось. Управляйте. Так. Ух, какой. Серьезный мужчина. Это я, знакомьтесь. Вот так вот. Так, экспортирует свою первую продукцию. Сейчас будем заниматься экспортом. Так,
Нужно, значит, вот это вот убрать. Откатываем, 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 откатываем. Садимся на эту штуку. Вот так поворачиваем. Черт, я застрял на вилочном погрузчике. Все нормально. Ну вообще. Да я не могу войти в эти дырки. Что за проблема? Да. Ух. О-оп. Нет, пожалуй, надо чуть-чуть по-другому сделать. Вот так, да? Нормально? Все, поехали. Разворачиваемся. Крутим. Так, что нужно сделать? Ресурс багажник пикапа с помощью вилочного погрузчика. Короче, я должен погрузить в пикап. Опа, супер. Погрузил. Так, а что дальше? Выполнить свой первый контракт. Глушим. О, нифига, там еще, кстати, бензин был у погрузчика. Ладно. Так. Контракт. Подтвердить. Еее, вы получили $447. Вы получили 21 очко репутации. Следующий контракт через 28 секунд. Пойдем пока мусор выкинем. Так, мусор. О, пикап мой приехал. Туда его. И еще один. И туда этот. Весь мусор выбрасываю. Новая запись. Неплохой бросок. Конечно, неплохой бросок. Так, найдите баллон с газом. Что за баллон с газом? Я что, варить сейчас что-то буду, типа... Там, кашку. Заправьте вилочный погрузчик. А, вот. Безумно, потерял. Так, а как? Все, купите слот для поддона. Для этого необходимо перейти в панель инструмент, затем открыть меню строительства. Открываем слот для поддона. Так, купить. И? А затем открыть меню. А куда его? Не особо понимаю, куда его надо разместить. Размещу вот сюда. Подтвердить. Переключите в режим Tab управление по умолчанию. Соедините слот рабочего места, оранжевый якорь с новым слотом поддона. Это определить, где сотрудник будут забирать необходимые ресурсы. Что? Чего? Нажмите Tab. Соедините слот рабочего места. Оранжевый якорь. Какой нахрен оранжевый якорь? Какой оранжевый якорь? Чё ты от меня хочешь? С новым слотом поддона. Это определит, где сотрудники будут забирать необходимые ресурсы. Какие ресурсы? А, вот слот, режим управления. Зернодробилка. Новая связь. Так, это сотрудник видит. Наймите нового сотрудника с помощью компьютера. Зернодробилка. Ого! Так, ничего не понял. Ой, у меня кофе кончился, надо срочно за кофе сходить. Жесть, я думал, сотрудников не так быстро я найму. Ну ладно, погнали. Так, работники. Ого! Дерек Джонсон – это увеличенный и целеустремленный сотрудник, стремящийся изучить все тонкости пивоварения. Он быстро учится внимательным к деталям и прекрасно работает в команде для достижения производственных целей. Благодаря гибкости, мотивации к упорной работе для достижения своих профессиональных целей, этот ценный сотрудник, ценный работник в вашей команде. Зарплата $7.5 в час. Стоимость найма 50. Уровень 1. Пойдет. Так. Надо кофейку себе еще сделать. Ой, он там ходит. Вон он пришел, пришел, мужик. Сейчас, мужик, секунду, погоди. Сейчас. Кофе. Будешь кофе? Кофе будешь? Тут кофе у нас есть. А? Здравствуй.
такой, ты модный, ничего себе. Взаимодействие со своим работником. Так, повысить уровень своего работника, можете подождать, пока он сам наберется опыта, или купить ему обучающий курс. Улучшение. И назначь работника на вход в зернодельню. Назначь работника на вход зернодробилки. Вот. Завершить строительство и откройте пивоварню в подвале. Что-то опять купить надо, что ли? У меня нет столько денег. Так. Улучшение. Вот это что ли? Машинный зал. Открывай доступ к первому расширению. Я уж купил это. А, вот, вот это 1100. А, мне надо накопить. Ну все, погнали. Принять 18 мешков. Значит, заказываем солода. 18 мешков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Заказать. Блин, мужик, ты бы лучше, конечно, разгружал, наверное. Ну ладно, я пойду разгружу и тебя сейчас притащу. А ты тут все сделаешь, правильно? Я в тебя верю. Так, значит, мы сейчас копим. Копим. Очень много копий получается. Нужно 1100 накопить, чтобы уже пиво варить получается. Так. Поднимаемся. Открываем дверь. Да-да, не сигналь, я тут. Заезжаем. Поднимаем. Это я уже научился. Так, отъезжаем. Выходим. Отпускаем. Супер. Отъезжаем. Пока, братан. Возвращайся. Так, я предлагаю опустить, наверное, на погрузчике дальше уже. А это пускай стоит здесь. Все-таки она такая медленная. А вот это я понимаю вещь. Сейчас вот так. Раз. Выкручиваем колеса. Опускаем вниз. Супер. Чуть-чуть сюда. Поворачиваем. Выравниваем. Давай, 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 давай. Я думаю, нормально. Так, все, отъезжаем. Поехали. Заезжаем внутрь. Не задел, конечно, нормально. Так, едем отдавать, короче, нашему сотруднику, получается. Он сейчас будет тут все делать. Я так понимаю, что мы должны поставить это сюда. Здесь я все правильно понял. О, побежал, побежал. Смотри, 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 побежал. Так, а как мне купить поддон? Можно мне как-то купить поддон? Поддон, его купить. Вот здесь что-то они пускай стоят. В смысле переместить объект? Не-не-не-не. Так. Могу я взять? Не могу? А зачем я их купил тогда? Да. Больше поддонов. А вот еще какие-то поддоны. Я же могу их взять? Это старые какие-то. Ладно, пока он там грузит. Берем мусор. Ничего себе, мусор появился сам по себе. Мне тут мусорка не нужна. Братиш, давай я тебе помогу. Господи, еле идешь. Вот. Учись, Геннадий. Или как тебя там зовут? Дерек. Дерек, учись. Я тебе за что плачу деньги-то? Давай, давай. Разгружай. Что? А? А? Что? Вот это... Что-то произошло.
Ладно, Дерек, отдыхай. Сегодня у тебя выходной. Нам нужно быстро накопить на пивоварню. Эх, Дерек, Дерек, знал бы ты. Чего стоила мне эта пивоварня? Так, покрутим. Опустим. Сядем. И погнали. Сюда вот его. Супер. Влезаем и запускаем наш конвейер. Надо смотреть за мешками. Надо почему-то держать надо, я не знаю. Вот если бы можно было не держать, было бы совершенно удобно. А так... Ладно, чё. Надо работать. Надо делать пиво. Очередная зарплата через 8 минут. Супер. Поехали. Забыл поднять вилы. Я думаю, так достаточно будет высоко. Ручной тормоз, ничего себе, можно на ручнике. Дернуть ручника и в занос уйти. Не, надо чуть повыше, вот так. Супер. Можем идти завершать контракт. Но мне кажется, нам все равно не хватит. Мне кажется, как будто мы... Подтвердить. 956. Мы как будто только 100 заработали с этого контракта. Как-то, не знаю. Дробленный солод. 20. Интересно. А если я куплю дробленный солод и продам его? Интересно. 6 секунд. Инвесторы. А, это типа кредитов. Не, кредиты мне не нужны. 1100 мне надо. О, 742. Что нужно сделать? Очистить 25 мешков сырого солода. 25 на 20, да? Там же мешки стоят. Блин, довольно-таки можно много заработать. Ну ладно. Не будем пока так делать. 25 мешков надо. 25 мешков. Заказать. Все, бежим. Разгружать нашу машину. А вот он едет. Давай-давай, заезжай. Да я знаю, что ты приехал. Что-то мне сигналишь тут. По идее, если я сейчас закончу это, то я открою пивоварню. Раз, 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 раз. Давай, 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 поднимай. Так, опускаем. Так, по идее, я сейчас могу отвезти их. Пока я буду следующий разгружать палет. Дерек уже должен начать, так сказать, загружать эти мешки, чтобы... перемолоть их и продать, и вообще все было зашибись. Так, муравей по пальцу пробежал.
куда, куда, куда? О! В стенку врезался, да что такое? Так. Бензин, кстати, у нас, ну, довольно-таки много кушает он. Блин, а нельзя вот, может быть, как-то переместить эту штуку? Нельзя? Вот ее нельзя? О, переместить объект, супер. Я бы переместил его вот куда-нибудь сюда, чтобы он вообще не ходил. Он просто разворачивался и сразу делал. Давай, Дерек. Работай. Молодец. А я скоро приеду. Надеюсь, ты там уже все разгрузишь, Дерек. Приду, проверю. Так, выключить, завестись, стать на эту тележку. Как много действий надо делать, чтобы разгрузить? Надо тоже какого-то найти. Нанять сотрудника, чтобы он разгружал. Потому что разгрузка — это довольно-таки очень долгий процесс. Не очень хочется им заниматься. Один мешок. Да. Так, что делать? Опустить. Забыл, что надо делать. Вспомнил потом. Так. Закатываем. Пускай. Я думаю, что дядя Альберт, будем называть его, который привозит нам пшено. Ой, пшено. Все, что он привозит, он нам привозит. А звать его будем дядя Альберт. Я считаю, он заслужил, чтобы мы его называли по имени. Так. Отвозим очередную партию. Супер партию. Гигантскую просто партищу. Ну, Дерек, ну что так долго? Я тут уже следующий приехал, тебе привез. Ну, ладно, поставлю пока там. Так. Куда он делся? Почему палеты летают? Это что такое? Надо его как-то перевернуть. Как мне это сделать? Вот так вот. Раз. О! Точный бросок. О, супер. Все. Я думаю, что можно запускать. Мешки эти. Давай, давай, давай. Сейчас там еще Альберт наложит. Положит. Альберт, давай быстрей. У меня мешки кончаются уже. Ой, Альберт. Дерек. Всех перепутал. Дерек. Ну, Дерек молодец, постарался в этот раз. Прям хорошо загрузил, все прям идет у нас бесперебойно. Я считаю, он молодец, достоин уважения и получит свою первую зарплату через 50 секунд. Положим так вот аккуратненько. Оп, ха-ха. Так. Главное, чтобы наш поддон ну в принципе нет. И что мне как и что вы мне прикажете делать? Возьмите привет решить задачу с положением вращения объекта. О, все решил. Тише, 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 тише. Так.
Сейчас надо будет подъехать к нему. Да. Погрузчик довольно-таки сложно управлять. Он просто очень долго то ли выкручивает. Сейчас вот так вот я развернусь. Сейчас вот так вот. Так. Колеса пока выкрутим. Разворот делаем. Потом в эту сторону. И поехали еще вот сюда. Супер. Теперь надо заехать. Отлично. Поднимаем поддон. Задержанная зарплата? Как? Да вон, возьми там из кассы. Дерек, ты чё? Ну ты же как дома должен себя чувствовать уже. Ты что тут? Родной меня уже. Ну это так не делается. Пойду я ему, конечно, заплачу. В смысле? Где еще один мешок? Он выпал? Дерек, ну ты чего не принес мне этот мешок? Вообще. А мог бы. Ладно, пока здесь пускай полежит. Так, а как мне заплатить ему зарплату? Мне надо к нему подойти, надо взаимодействовать и нажать, типа, заплатить зарплату, да? Уборка. А как мне зарплату-то заплатить ему? Улучшение. Может, надо на компьютере так? Блин, кофе кончился, бежать не могу. Забавно, конечно, что без кофе бегать сложно. Вот не дождался, вот вези теперь. Работник. Заплатить. Все, я заплатил ему. Кофе надо сделать, кофе. Кофе. Кофе — это хорошо. Третий, конечно, за день, ну, наверное, не очень, но... Ой, хорошо. А чего машина не уехала? Обязательно на поддоне надо это все делать? Жесть. Ладно. Сейчас принесем ему поддон. А могу ему просто поставить поддон вот так? Ах, придется все равно на погрузчике тут чуть-чуть вот так толкнуть. Жесть, игра вылетела. Интересно, мне уже... Я только взял договор или мне надо опять заново? Поддон там стоит. О, слава богу, не надо будет. О, Дерек, привет. С добрым утром тебе получается. У нас тут произошли неполадки. Ну, ничего страшного. Поехали. Сейчас мы все это исправим. Так, у нас тут какие-то небольшие неполадки. Так. Поднимаем. Да, вот, конечно, вот так вот игра вылетает. Это да. Ну, что поделать? Наверное, ранняя игра. Но мы все равно попытаемся сделать то, что я хотел. Так, надо поднять. Супер. Опускаем. Понятно, короче, туда только можно на палетах грузить. Бежим за палетом. В принципе, что по... Хорошо, что можно отдельно палет таскать. Ставим палет. Пойдет. Бежим за мешком. Ставим, садимся, заводим и грузим наконец-таки наш палет. Паркуем наш погрузчик. Ладно, не паркуем.
пофигу, и так сойдет. Идем завершать заказ. Ура! А, еще надо Дереку заплатить денежку. Дерек, я тебя помню. Так, подтвердить. 31 репутация. У нас теперь есть деньги, мы можем купить, наконец-таки, пивоварню. Опа, опа, подвал, подвал, подвал. Вау. Все, бежим смотреть. Быстро посмотрим. Опа, вот здесь подвал у нас открылся. Так, тут какой-то мусор. Тут куда-то выход наверх. Вау. Ага, вот где выход-то. Ладно, чё. Вот Дерек. И, наверное, сегодня все. Всем спасибо за просмотр. В следующей серии обязательно построим дальше там вот танк бродильный. Будем, наверное, уже наконец-таки варить пиво. Так что ждите, скоро будет новая серия. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии. До скорого. Пока.